Парикмахер ТВ. Новое видео от Александра Попкова. Напомню, Александр является инициатором открытия проекта Парикмахер ТВ в Республике Беларусь. Давайте посмотрим. Отделите фронтально-теменную зону зигзагообразным разделением. Центральным пробором разделите затылочную зону на две части. И задав два диагональных разделения, начинаем стричь без оттяжки, формируя линию. Если вы хотите получить квадратную линию, делайте ее слегка вогнутой. И не забывайте, волос должен распределяться по естественному падению. Старайтесь стричь точно по вашей заданной контрольной линии. Пишите височно-боковые зоны также в линию на затылке. Далее высушите волосы, используя естественную сушку. Вы также можете отполировать волосы, используя круглую щетку. Распускаем теменную зону, но перед этим не забудьте закрепить зажимами нижнезатылочную зону, чтобы волосы не мешали работать с теменным блоком. По центру выделяем первую контрольную прядь и создаем угол среза параллельно форме головы. Последующие пряди стригите, используя перенаправление, каждая последующая к предыдущей. В этом блоке двигайтесь от центра в стороны. И также не забудьте проверить себя по балансу, для уверенности, что вы создаете точную форму. Распускаем фронтально-теменную зону и диагональным разделением выделяем контрольную прядь. Стрижем ее с углом оттяжки 45 градусов, немного на удлинение. Последующие пряди немного поднимаем, тем самым убирая чрезмерную плотность с концов челки.
Не забывайте перенаправлять волосы, чтобы получить удлинение в противоположную сторону. Сделайте персонализацию и задайте задуманную укладку.
Парикмахер ТВ.